Это шладкие наши. Мы сегодня смотрим 14-ю серию «Аватара». У нас пополнение. Это банан. Это цедра. Или как она называется? Плевать. Правда. Нет, это не плевание. Подписчикам назовите не похер сами. На меня. Книга третья. Огонь. Глава 14. Кипящая скала. Часть 5. Да, мы пропустили, потому что вы попросили не смотреть и не портить себе настроение. А приветствовали очень часто, ну, портили. Они реально всю малину ломали. Никто не заварит чай, как дядя. Но надеюсь, что я хоть что-то умею. Хотите услышать дядину чайную шутку? Да, расскажи, пожалуйста, расскажи. Ладно, я не помню, как она начинается, но конец такой. Отворись от меня, я кипячусь. Отворись от меня, я кипячусь, отворись. Смысл конца шутки, если нет ее начала? Ну ладно. Ну Зука пытается. Зука пытается. Он хочет такой, немножко в коллектив. Я душа компании, я типа в коллективе. Он пытается как-то влиться. Ну, дядя смешно рассказывает. Верю. Может, потому что он ее помнит целиком? Реально. Хорошо, что есть возможность отдохнуть немного. Такое редко удается. Слушай, а зачем ему связали ноги? Эй, можно мне поговорить с тобой? Ого. Что это за разговор? А они сейчас делить будут пространство, потому что Сока раньше и сейчас является формальным лидером. Формальным лидером, да? Что Анг – боевая единица самая ультимативная. А кто у нас за планы, за построение, за графики отвечает? И надо немножечко порешать с главным. Ты вообще на каких здесь, каких здесь условиях и на каком статусе будешь сидеть? И Зука такой, ты учитель или кто ты? Или знаешь, что он, как эти кавказские братья? Он такой, ты сначала, на мою сестру. Ты сначала у меня разрешение спроси. Ты зачем на него смотрел? А он смотрел. Эй, зачем ты моя сестра смотрел? А он смотрел. Что случилось? Если кого-то захватили солдаты племени Огня, куда они его отведут? О чем это ты? Кто был? А мы нафантазировали себе. Да, он про сестру, а он про отца. Отца. Хватит. Когда мы проиграли битву, некоторых из армии схватили. Я хочу знать, где они могут быть. Я не могу сказать тебе. Что? Почему? Поверь мне. Ну, знаешь, станет только хуже. Это мой отец. Его схватили тоже. Я хочу знать, через что он прошел. Это ни к чему, Сока. Прошу. Я полагаю, что их отвели к кипящей скале. Это еще что? Самое охраняемое... Это еще что? Ну, 100% их попытались. Ну, какие-то попытались. Пытки, какие-то пытки, 100%. Во-первых, это не просто какие-то рядовые, это генерал, по факту, главнокомандующий. Да, 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 да. Его должны были, или как минимум, допытываться о других, возможно, планах о нападении. Так что вообще, та идея, что они сдались и отпустили молодняк, очень какая-то странная. Ну ладно, она не странная, в плане странно ожидать, что их ничего ждать такого не будет стрёмно. Племени Огня. Она на острове, посредине кипящего озера. Оттуда не сбегают. И где же это место? А зачем тебе это знать? Что ты задумал? Ничего. Парень, у тебя паранойя. Она посредине вулкана, но на полпути к племени Огня. Вы, ребята, пролетали мимо нее, когда летели сюда. Спасибо, Зука. От знаний становится легче. Да. Так я и поверил. Немного непривычно, что он... Добрый. Зука, да, да он же... Он как бы... Он, знаешь, он как бы и добрый, да? У него вот внутри он добрый, но... Мне кажется, он всегда таким был. Мне кажется, он... Был добрым в душе. Просто прям вообще никакой агрессии нет, да? Вообще никакой. Даже у Анга она есть, несмотря на то, что это супер позитивный персонаж. Она есть у Соки, она есть у Катары. Нет, у него, мне кажется, есть агрессия. Сейчас просто ничего такого не происходит. Из-за чего у него, из-за чего он может агрессировать. Ладно, да, да. Мне кажется, ладно, когда ладно. Будет что-то, то он... Это немного как-то непривычно, знаешь, не когда человек появляется какой-то. В команде, он пытается втереться, и это выглядит немножко нет, неестественно. Нет, слушай, мне кажется, он сейчас реально старается, во-первых. Это как-то, знаешь, ты пытаешься понравиться
какой-то девчонке. Да. То тут есть ты реально показываешь свою лучшую историю, то, что ты пытаешься понравиться этим ребятам. Ну, короче, вот он мне очень нравится. Ну, конкретно из-за этого, наверное, хочу понравиться. Немножко неестественно. Это как раз очень естественно, когда ты пытаешься влиться в коллектив. Это, мне кажется, происходит немножко даже на подсознательном уровне. Ну, ты скрываешь все свой негатив, чтобы тебя приняли. Я понял, да. Просто Апу ангажируют. Сейчас. Ой, сегодня что, будет приключение Зука и Сока? Мне кажется, да. Сейчас Зука-то все понял, но сейчас он уже там сидит. Сюда. Не задумал, да? Ладно, ты поймал меня. Я хочу спасти своего отца. Доволен? Я всегда недоволен. Слушай, я должен это сделать. Ну да, это вот я здесь... разработал план вторжения. И мое было решение остаться, когда все пошло неправильно. Это моя ошибка, и я должен исправить ее. Я должен восстановить свою честь. Ты не остановишь меня, Зука. Должен восстановить свою честь? Поверь мне, я понимаю. Да. И я поеду с тобой. Нет, я должен сделать это один. Как ты туда доберешься? На Апе? Насколько я знаю, в тюрьмах не присматривают за бизонами. Мы полетим на военном шаре. Круто. Я немножко испугался за Апу вот сейчас. Хорошо, что они на шаре летят, потому что управлять-то Апой все время управлял Анг. Катар тоже. Ну, там, возможно, какие-то нюансы. А вдруг реально Апа опять пострадает? Анг бы вообще, мне кажется, свихнулся бы. Второй раз потерять Апу. Да. Я думаю так, они потеряют этот шар. Это однозначно, он в битвах падет, и придется всей команде оставшейся аватара вытаскивать Сакуру. Соку и Зука. Что там написано? Нужно мясо. Ушли на рыбалку, вернемся через пару дней. Сока и Зука. И еще кое-что. Анг, практикуйся, пока меня нет. Делай приседания и 10 ударов огня, когда слышишь кваканье лягушки. Зука. Никому не задают домашнюю работу. Один присел, два присел, три присел, четыре присел. Они не заметили, что шара нет? Но шар-то прилетели... где-то... Нет, это типа... Это, подожди, на шаре прилетел Зука. Поэтому он где-то его там затарил. Не, я имею в виду, что это объясняется. Они же сказали, что ушли за мясом. В принципе, они могли взять шар. И шар. Да даже и... Очень удобно. Милые облака. Классная погода. У них реально напряженка какая-то. Пушистые. Блин, как хорошо передается. Мне прям, вот я прям чувствую себя, вот если бы, наверное, я бы в вот этом... Вот в этой неловкости, знаешь. Невероятно неловко, потому что с этим чуваком постоянно в конфронтации находился, и сейчас вы типа друзья, но при этом вы все еще не друзья, но вы и не враги, и при этом ничего общего у вас, кроме как там спасти мир от захватчика мне нету. Мне кажется, реальная дружба, она, знаешь, начинается тогда, когда вы можете молчать и не испытывать неловкость. Типа настоящая... просто сидеть, молчите, я в телефоне что она здесь сейчас и начнется, ну, когда они будут неловко, разгребать кстати. Проблемы. Блин, ну это потрясающе. Я, наверное, был бы в мире Аватара, я же фантазировал все время, какую я хочу себе силу, не хочу. Я бы был бы Сока в этом мире. Да, Сока вообще мне очень нравится этот мне персонаж. Мне он тоже очень нравится. Что? О, я ничего не говорил. Знаешь, эти шары войны придумал один мой друг. Ты шутишь? Нет, просто шар, но для войны. Да, мой отец хорош только в войне. Да, это у вас семейное. Эй, постой-ка, не все в моей семье такие. Я знаю, ты изменился. Я говорил про дядю. Он был мне больше, чем отцом. А я подвел его. Думаю, твой дядя бы гордился тобой. Предать семью и помогать нам – это сложно. Да не так уж сложно. Правда? Разве ты не бросил тех, кого ты любил? Ну, у меня была девушка. Мэй. Грустная крошка, что всегда вздыхала? Да.
какая-то милая. Разговоры о девчонках. Да ладно, сейчас начнется контакт. Сейчас такой, у меня тоже была девчонка, даже две. Одна теперь дух, другая, блин. Другая тоже почти дух. Другая вообще непонятно где. Ну, вроде она жива. Ну, нам держит интригу, потому... она, не, походу, жива. Нам не показали, что Азула ее убила, а она где-то... Азула, когда они пришли в этих лабиринтах тусить с ней, она обмолвилась. Она сказала, но да. Мы точно не знаем, она могла и соврать. Не, каждый в племени огня думает, верю, что я предатель. Я не мог впутать ее. Моя первая любовь стала луной. Вот-вот, пошло. Это ужасно, друг. А про Суюки? Суюки еще непонятно. Ну, в смысле, у них тоже какие-то отношения. Вот и оно! Что? Здесь много скал, мы там спрячемся. Если будем молчать, мы сможем пробраться туда и не быть пойманными. Странно, да? Обычно стоял какой-то дозор или были патрулирующие корабли. Ну, а они на шаре типа... народа огня. Нет, там... знаешь, мне кажется, это неприступная такая какая-то крепость, поэтому они особо не заморачиваются. Да, поэтому и неприступная, да. Ну, странно. Ну, ладно. Ну, ладно, попытаемся это объяснить тем, что это воздушный шар народа огня. Да, да. Чё с этим такое? Мы снижаемся. Шар больше не летит. Снаружи так же горячо, как и внутри. Поэтому мы не можем лететь. Давление одинаково. Что же нам теперь делать? Не знаю. Приземляться? На воду? Ну, это вулкан, грубо говоря. Все, я тебе говорил, они сломают эту фигню. План изначально был херовым. Как нам добраться до острова? Лететь-то не на чем? Не знаю, с Апой было бы хуже. Они просто сожгли бы... Сожгли бы Апу, да. Ну, может быть, они приземлились бы где-то. Но они изначально планировали. Так Апа может... Слушай, Апа может... Не, от пара его было бы жарко. Не, бедный Апа. Он еще в шерсти. Да, мы что-нибудь придумаем. Я подозревал, что это билет в один конец. Ты все это знал и все-таки решил лететь? Мой отец, возможно, здесь. Я должен был проверить. Дядя говорил, что я никогда ничего не обдумываю, но это... Это просто безумие! Эй, во-первых, я не просил тебя лететь со мной. Чувствую, что он я очень часто упоминает дядю буквально через каждое предложение. Ну, чувствует, он чувство вины испытывает. Реально, и он... Чувство вины, и еще, мне кажется, ему очень не хватает. Это знаешь, когда в кого-то влюбляешься, и через слово типа про него, типа... А вот он... Я думаю, что это дядя здесь как образ... поддержки всеобъемлющей, потому что, ну, не знаю, хочется дядя показать дяде... Дядя вообще был его терапевтом, мне кажется. Дяде хочется показать, что он изменился, а ты, получается, расстался с ним на очень недружелюбной ноте, вы поругались, а сейчас хочется... Ты что, постоянно вспоминаешь, держишь в голове этого дядю. Но мы тоже держим в голове дядю, мы ждем. Ждем. Да, все продумываю, но мои планы редко срабатывают, поэтому сейчас я действовал вслепую, и мы здесь. Что ты делаешь? Следы. Все равно он не работает. Но так его хоть никто не найдет. Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Обратного пути нет. И как вы собираетесь? Ну, слушай, туда как-то тоже попадают. Может быть, не обязательно море. Должны быть еще... На шарах, мне кажется. Шары. А, не шары, если не летают. Ну, они не летают у жерла, а они могут улететь где-то с прибрежной стороны. Надеюсь, маскировка сработает. Просто нужно вести себя тихо и поскорее найти моего отца. Стража, там стычка во дворе! Вперед! Стычка во дворе? Стычка. Я ни в чем не виноват. Я пойду назад в камеру. Ну, остановись, Чи-Сэнг! Не привлекай внимания. Кто это? Мне надоело твое плохое поведение. Ну что же я сделал? Он хочет знать, что он сделал. Умник нашелся. Ужас. Это его отец? Слушай, ну это прям гулаг какой-то. Мне кажется, это не его отец. Нет, это просто докапываются до пленных.
просто вымещают свои какие-то амбиции огненные. Тут просто людей сжигают. Да то, что не застегнул пуговицу. Да просто, зачем? Не нужны какие-то поводы. Пуговицы — это вообще, за это убить можно. А, очень мило, сэр. Правда, мило. Ты не поклонился, когда я прошел мимо, Чи-Цанг. Что? Но это не входит в правила. Выполняй! Заставь меня. Он тоже из народа огня. Огненная магия запрещена. Ты пойдешь в карцер. Ты, помоги мне отвезти его. Встретимся здесь через час. Короче, здесь держит, получается, всех. Это заключенных, это общая солянка. Ну, каких-то жестких, наверное, преступников. Слушай, мне, знаешь, мне интересно, а как удержать магию огня? Нам понятно, нам понятно. Нет, смотри, ну тогда и дышать тоже водой. Нечем. Смотри, нет, смотри, у нас закатывают магов земли в железные гробы. Если мы пытаемся удержать. Ну, руки вот так вот за спиной, все. Ну, ты что же можешь наколдовать? Не, у них же все дело вот в этих движениях. В движениях и в дыхании. То есть, если ты закованный, то ты, получается, не можешь колдовать. Ну, кроме дядюшки Айра. Потому что он... Просто можно и руками что-то наделать такое. Он же ртом огонь извергал. Но он, кажется, с помощью рук тоже себе помогал. А, допустим, из народа воды... Видимо, просто достаточно руки завязать, потому что с народом воздуха воды... такая же история, нужно все делать. Но есть ноги. В общем, ты должен быть полностью связанный. И я думаю, что даже в таких условиях ты научишься управлять хотя бы небольшим пламенем, я не знаю, губами. Короче, тюрьма, я уже какой раз замечаю, здесь развивает магов до каких-то очень новых способностей. До новых граней, да. Это же американское аниме, а в аниме всегда должны быть горячие источники. Но только здесь они тюремные. Ты остынешь немного. А, лед, смотри, там лед. Нет, но ты представляешь? Заключенный, ты согласен? Не, и не говори. Это Сока? Угу. Эй, новенький, я знаю, по правилам нужно всегда носить шлем, но это же столовка. А если кто-нибудь увидит? Или кто-нибудь ударит меня прямо в голову? Оставь его, он безнадежен. А можно новенький задаст вам пару вопросов о тюрьме? Нет, нельзя встречаться с девушками-стражницами. Поверь, ты сам не захочешь. Нет, не об этом. Кипящая скала. В ней ведь заперты самые опасные преступники, верно? А где военнопленные? Как-то в лоб. А как их спасти? Как спасти? Вот, а как убежать если отсюда? Бы можно, если бы они сбежали... Ну, чисто гипотетически. Ну, давайте так, если бы они решили устроить побег, и им кто-то решил помочь... Ну, просто разгоним. То каким образом бы тот, кто захотел бы им помочь, им бы как-то помог? Есть идеи? Все такие абсолютно неподозрительные человек. Классный, да, новенький, чувак. Да, прикольно, наконец-то кто-то задает нормальный вопрос. Ну, не знаю, мне, короче, я словил ты со столовки, опять американская школа, да, аутсайдер, да, какой-то. Да, новенький. Новенький, да, бич-герл. Король тюрьмы, да. Вот и ответили на мой вопрос, как держит. Кажется, там очень холодно. Поэтому мы и называем его карцер. Уж там он не поколдует. Как они, интересно, холод делают? Льдом. А лед откуда добывают?
Смотри, вот на... здесь нет технологии, типа вот гонять фреон, как холодильники наши работают, или там, допустим, на каком-то там пьезоэффекте, или как он, не пинэ-эффект, не помню, короче, кто помнит, как холодильники эти маленькие пластины делались, напишите. Я имею в виду, что для того, чтобы сделать холод, нужно как-то отвести его или рассепарировать. То есть этим занимаются у нас только маги воды. То есть, чтобы сделать эту холодильную камеру, нужен кто-то из народа воды. Из пленных кто-то. Кто-то из пленных, получается, сидит, накачивает туда холода. Да, да. Это Варден! По местам! Это женщина или мужчина? Это женщина. Так, Чицак, я слышал, ты использовал магию огня, чтобы сбежать. Это очень много курящие женщины. Я тебе говорю, это женщина. Стоило подумать. Я не пытался сбежать. Он лжет! Я видел своими глазами! Никто еще никогда не убегал отсюда. Скорее, я сам прыгну в кипящее озеро, чем это произойдет. Не забывай об этом. А теперь продолжай дрожать. Мне всегда, сколько фильмов было построено на побегах из таких плавучих тюрьм. Есть плавучие тюрьмы, есть тюрьмы на островах, вот эти Форд, это ужасно. Форд боялся. Меня всегда это в какой-то ужас водило. Вокруг тебя вода. Это страшно, Это просто деморализует. Одно дело, когда тюрьма наземная какая-то, и ты такой, ну, лес. Можно сбежать в лес. Прожить что-то. Что-то прорыть. Ну, какая-то, знаешь, ладно, все это, может быть, не сработает, но в душе теплится какая-то надежда. Да, 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 а да. Здесь вокруг когда вода, и вообще... ты вплавь это все. Короче, страшное вообще дело. Смотри, они даже значок на плитке выгравировали. Эй, привет. Друг-стражник, как у тебя дела? Зука! Слушай, я тут поспрашивал. Нет заключенных из водного племени. Боюсь, что твоего отца здесь нет. Что? Ты уверен? Ты переспросил? Да, я уверен. Нет. Нет! Мне очень жаль, Сокка. Мы проделали весь этот путь напрасно. Я проиграл. Опять. Забрала, опустите, забрала. У него же просто визитная карточка. Да, это да, шрам это на... шрам. Что бы дядя сказал? Иногда у облака есть две стороны. Темная и светлая. И золотая середина. Вроде золотого сэндвича, и когда жизнь кажется трудной, съешь немного золотого сэндвича. Может быть, еще и не все потеряно. Вот это я понимаю. Не верю, что это сработало. Мне нравится, как он пытается его подражать, причем максимальная херня какая-то получается. Какой, блин, золотой сэндвич? Ему просто уверенности не хватает. Нужно немножко с напором давить. Нет, ему нужно постареть. Когда ты старый... Когда ты старый, любая фигня хрень, заходит. Да, заходит. Нет, не любая. Я знал одного деда, он как просто сумасшедший. Но все равно это работает. Да, мне кажется, я сам не понял, что сказал. Знаешь, я тоже не понял, что ты сказал. Но смотри, это Зуки. О, Суюки, она здесь! Вспомнили лучик, а? Вот она. Вот и солнце. Я думал, ее убили. Слушай, так я раз... верила, я знала, я что так рад, что она жива. Я говорила. Мне она даже больше нравится, чем вот эта. Я такая уставшая принцесса. Как... Не, мне Суюки тоже больше. Нет, это тоже прикольно было, но мне она очень мне нравится. Больше Суюки нравится, она чем она такая, типа, сильная женщина. Скажу так, мне кажется, она Соки больше подходит. Зуки? Соки. Какой сейчас, Зуки? Сейчас он сказал, назвал ее Зуки. Зуки, Суюки больше Суюки? Подходит Соки. А, я думал, ты про имя. Ее да. Раньше, слушайте, странная какая-то херня, потому что да, ее раньше называли Суюки. Потом вы в комментариях сказали, что ее вообще зовут Суки, но решили исправить, потому что... Теперь Зуки. Не, а Зука, это получается, можно в неловкую ситуацию попасть. Смотри, как она красивая. Вообще хорошая. Ну что еще? Я опять сделала что-то не так? То есть ты... Класс! Не узнаешь меня? Вы все для меня на одно лицо. О, тогда, может, ты узнаешь это. Сука! Это ты! Остальные воины Киоши тоже здесь? Нет, я не знаю, где они. Они заперли меня здесь, потому что я лидер. Что ж, ты здесь ненадолго. Я вытащу тебя. Я
Я так рада видеть тебя, Сока. Я знала, ты придешь. Только не мешайте им! Да. Все, фух. Да. Блин, так мило, мне так нравится. Вот это невероятно крутая. Я даже, знаешь, мне эта история больше нравится, чем вот эти все истории с Аватаром и... Катарой. И Катарой, потому что там вот это все, ну как бы понятно все. Ну это какая-то живая история, она обычная, она по-своему какая-то энергичная. В общем, своей простотой она меня, наверное, и покоряет. Нет, как раз такие обычные, обыденные истории – это пэринги Анга и Катары, потому что как еще иначе? Не, мне кажется, пэринг Катары и Анга – это типа больше вот про эти вот, знаешь, когда дружба перерастает в отношения, вот это вот. Не сразу, как по-моему. Здесь уже она четко поняла с самого начала. Да. Еще в четвертой серии, когда они познакомились. Мне нужно попасть в камеру. Нет, вам туда нельзя. Там света нет. Заключенный может напасть на вас. Отойди, придурок. Эй, что ты делаешь? Стражник, на помощь! Я думаю, что он предатель. Арестуй его! А, вот смотри, как они прибегаются. Канатка. Сними его с меня и арестуй его! Ты арестован! Не волнуйся, я тут разберусь. Какой-то странный. Ладно, может быть... Да нормально. Не-не-не, ну вот можно было это как-то предусмотреть? Напишите в комментариях, как можно было бы объяснить, что там какой-то другой стражник. Там допрос. Там пытки. Эти звуки — это звуки пыток. Так. Чё? Не думал, что встречу тебя здесь, принц Зуко. Чё? Сока его чё, типа, вот так вот спалил? Да, это план, блин, план. Ладно. Откуда вы меня знаете? Как же мне не знать тебя? Ты разбил сердце племянницы. Вы дядя Мэй? Я не хотел обижать ее. Тихо. Теперь ты мой особый заключенный. Жесть. И веди себя хорошо. Если все остальные узнают, кто ты такой... Принц-предатель, который подвел свою нацию, то они отомстят тебе. А вам-то с этого что? Можете просто оповестить отца и получить награду? Всему свое время, поверь мне, я еще все получу. Он как Зена, королева воинов, я не могу, это просто женщина. Вот вы чувствуете что-то... Не, он как, знаете, какие-то майя, типа... Очень длинные волосы, вот он, знаешь, просто постаревшая, или сильная женщина. Или индейцы вот эти вот. Да, очень похожи на индейцев. Первые американцы. Не, реально, что-то женское в этом есть. А где Суюки? О, я рад, что мы познакомились. Вообще-то мы давно знакомы. Правда? Да, когда ты сжег мою деревню. О, прости меня за это. Рад тебя снова увидеть. Блин, правда, он же все поджег, да. Та рыбина помогла все затушить. Какая рыбина? Ну, там, помнишь? Ты не помню, только по четвертой серии в первом сезоне, когда они уже все поджег. Послушайте, думаю, нужен план побега. Я снова проверил все карцеры. Они сделаны, чтобы замораживать магию огня, верно? Да. Так что они полностью изолированы, чтобы сохранять холод. Значит, сохраняя холод, они не должны пропускать тепло, верно? Давай ближе к делу, Сока. Это идеальная лодка, чтобы переплыть через кипящее озеро. Что? Карцер вместо лодки? Ты уверен? Говорю тебе, сработает. Подожди. То есть это какой-то механизм, который создает, типа какой-то холодильник, да, это холодильник, не магией работающий. Ну, он, возможно, был магией создан, но теперь он всегда холодный. Я не знаю, честно, объясните за эту технологию, я не понимаю тоже. Просто нам не показывали ничего подобного. Я обошел все окрестности. Есть место между башнями охранников. С этого места мы и поплывем.
Я уже все проверил. Мы подкатим карцер к воде и поплывем по течению. Переплывем через озеро. Если мы будем молчать, никто не заметит. И трам-пам-пам, мы свободны. Но как ты себя... Карцер — это железная бочка. Да, она может утонуть. Не, но она может и не утонуть, потому что она наполнена кислородом, она просто, как бы она не утонет, это нормально. Но как она работает? Собираешься спустить карцер? Да, как ты собираешься спустить его? Что? Мы ничего подобного не говорили. Да, тебе показалось. Я слышал, как вы обсуждали побег, и я с вами. Тебе нечего делать с нами. Надо брать корову, они сейчас зря отказываются, да, он прям да. такой. Да, мы тут обсуждали только яйца. Ну ладно, тогда я, пожалуй, расскажу об этом Вардену. Полагаю, у нас нет выбора. Ладно, ты с нами. Сначала нужно, чтобы кто-нибудь отвинтил карцер изнутри. О, я помогу вам попасть туда. Да ладно, это очень крутая серия. Да, обожаю побеги. Из тюрьмы, да. Побег из Шоушенка, только вот в стиле Аватара. Хотя нет, больше не побег из Шоушенка. Какой-то был тупой фильм с Сильвестром Сталлоне. Ой, какой же кошмар. Тоже про побег? Да, они бежали. Причем с похожей фигни. Напомните мне, кажется, вообще с плывучего какого-то корабля. Что, идиот? Смотри, куда прешься. Эй, смотри, куда толкаешь. Думаю, сейчас это ты нарываешься. Почему? Мне сюда нужно подкрепление. Никакой магии огня. В карцер его. Классно. Знаешь, это так странно. Это как будто у каждого, ну ладно, не у каждого, есть заточка или пушка. И чё? Ну просто все оружие обычно изымают, а здесь оно всегда при тебе. Так они же стражники. У них есть все. Ну, Сока стражник. Я имею в виду, что они содержат... Они содержат преступников, которые... по определению на выгуле уже опасны. То есть, и когда держали в камере... А, я поняла, о чем. Когда держали в камере эту сумасшедшую, ее поили специальным устройством, чтобы она вообще никаким образом ей связывали руки, да, да, да. чтобы напоить ее. А здесь... Ты выгуливаешься, ты питаешься, ты кормишься. У тебя оружие буквально под руками постоянно. Очень интересно, очень немножко странно. Единственное место, где ты действительно обезоружен, это этот карцер. Но с другой стороны, ты много тоже ничего не сделаешь, потому что вокруг тоже все. Можешь идти обратно в камеру, если ты все понял. Да, я понял. Полностью. Я выпустил Зуки и Чиценга из камер пару минут назад. Они будут ждать нас у берега. Кто-то идет. Да, новенькие ночью прибудут. Какие-нибудь клоуны? Нет, как обычно. Грабители, пара предателей и военнопленные. Хотя я слышал, что может быть пират. Да ты шутишь. Военнопленный? Может, это твой отец? Я знаю. Так, что же нам делать? Осуществим побег или подождем другой ночи? Я не знаю. Я не могу рисковать свободой Зуки, свободой всех нас из-за маленького шанса, что там будет мой отец. Блин, это вообще дичка. Не, ну это правильно. По закону обязательно это будет его отец. Да, да. Рай, Сока! Ребят, что вы так долго? Это моя дочка и лучший друг. Они едут с нами. Ладно, все садимся в карцер и поехали.
А как вы просто сбежали? Не, ладно, вот эта деталь, как мы просто оказались снаружи, она, наверное, требует разъяснений. Кстати, да, да, ну сбежали как-то. Вообще, ну вот есть карцер, и он... вот эти полукруглые фигни, поправьте меня, это и есть карцер, да? Он же не один. Да. Это получается... Во-первых, странное устройство, ладно, плевать. Территория вообще не охраняется. То есть получается, что... Ну да, он работает как холодильник. Без, ну, это холодильник. Без питания, без всего, просто на какой-то магии, какой-то кристалл, который постоянно холодный, хрен с ним, пускай. Но его получается, он прикручен, его просто сняли, при этом там нету ни одного мага Земли, который помог бы им снять его. То есть это... Он был закручен на всякие винтики, они их скрутили? Он был на стене, его как-то со стены сняли, при этом аккуратно, и спустили его вниз. Более того, они должны были как-то выбраться из камер, плевать, есть Сока, хорошо, мы выбрались, а как пройти через всю охрану, чтобы выйти за стены? Странная история. Да, как будто там более нет того, охраны. Как-то нам все поместится, одна это громила и все остальные. Ой-ё. Ты уверен, что поедешь? Ты же сам хотел вернуть свою честь, вернуть свою гордость. Спасти отца – это твой шанс. Отца? Если бы я не провалил это проклятое вторжение, мой отец был бы сейчас свободен. Может быть, иногда лучше предотвратить провал до его начала? Нет, не лучше. Слушай, Сока, в жизни будет еще много провалов. От этого мне должно стать легче? Но даже зная об этом, нужно пробовать снова, снова и снова. Серьезно, не помогает. Нельзя сдаваться вот так просто. Нельзя отступать, потому что ты боишься провала. Останься в тюрьме. Ну, это странно. Дождись отца и сидите вместе. Как он один оттуда сбежит, даже если он останется? Таким же образом. Таким же образом? И никто не устроит здесь проверок. Никто ну, не... Да, где... да, да, ладно, да, хорошо, вы в шлемах, но разве нету слушай, того момента, кто-то где сбежит, ты перед командиром? Мне кажется, они начнут... проверять всех. Проверять 100%, кто-то должен. Да в любом случае, наверное, есть какой-то момент, где ты перед главнокомандующим должен шлем-то снять. Да, да. Эй, если вы закончили обниматься, может быть, мы двинем? Нет, я остаюсь. А вы езжайте. Ты здесь и так слишком долго. Без тебя я никуда не поеду, Сока. Я тоже остаюсь. А я сваливаю. Серьезно? Поплыли, детка! То есть они просто освободили их? Мы оказались их... от единственного шанса сбежать. Его подорвут. Представляешь, они такие... Все, взлетело. Серьезно? Мне грустно. Какая-то странная история. Ну, я, слушайте, я не буду сильно докапываться и душнить. Понятное дело, что это мультик, но здесь очень много моментов. Ладно, «Аватар» просто очень поднимает планку продуманности. И эти моменты, они немножко такое, а что, так тоже можно, плевать, можно, все. Надеюсь, что мы не совершили огромную ошибку. Течение очень медленное. Пожалуй, вот этим подгребу. Ай! Да даже если не орать, да даже если не орать, ты же видишь, что плывет корабль. Лошара. Причем такой мужик. Хорошо, что ребят там не было. Стража, схватить и запереть преступников. Быстро! Все, их убью. План провалился. Их поймали. Схватить беглецов и посадить их в карцер. Они и так в карцере, сэр. Тот, что не отвинчен и не плывет по озеру. Это неслыханно. К нам прибывают новые заключенные. Все должно быть под полным контролем. Жесть, они сейчас все прибывают. Гондола двигается. Нет, они спасут. Они как-то, они как-то убегут, воспользуются этим переполохом и все-таки отца вытащат. Нет, они сейчас сами убегут. Не-не-не.
Смотри, они реально сейчас должны будут воспользоваться. Они не будут ждать 300 лет опять. Если моего отца там нет, то мы рисковали всем напрасно. Мы должны были. Не-не-не, вас все равно бы этот крикливый мужик подставил, так что все ок. Не, реально, как ты ему рот там заткнешь? Он орет, как пес. Давай, давай. Так, следующий. Это он? У моего отца нет серьги в носу. Ну где он? Вот он. Нет, нет, с такими усиками. Это все не может быть. Ну, сейчас выйдет. Мне жаль, Сока. О, боже. Эй, ты! Вылезай из гондолы! Это он. 100%. Вдруг нет? Тетушка Эра. Да. Да, это он. Папа. Мне кажется, все, закончилось. Да. Да, все. Все, 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 закончилось. Все еще серия будет интересна, как они будут оттуда все-таки убегать. Тут все, ты видишь, парный, короче, сюжет в этот раз тоже. Не-не-не, все, они в следующей серии однозначно сбегут. Много вопросиков возникает. Возможно, я получу ответы из комментариев, но, по крайней мере, такого очевидного ответа, который сам мультик дает, здесь нет. Да и плевать. Просто сбежали, да и сбежали. Мы-то себе фантазируем на уровне современной тюремной системы. А это когда? Это вообще другая планета. Возможно, там по-другому все воспринимается. Типа никогда, это, допустим, раз в месяц сбегают люди. Но в целом воспринимается настолько редко, что нет, мы это не считаем. Попытки есть, но ни у кого не удается. Да, да, да. Это же тоже была попытка. Да, да. Такое. Просто эта попытка более изобретательная. Открутили карцер. Возможно, не первый раз. Я действительно был убежден, что он работает на магии народа воды. Как это работает? Ну, народ земли, народ огня реально прошаренные чуваки. Они мало того, что... Ну, у них много технологий. Да, они не только управляют. К тому же у нас есть тот чел, который... Да, снабжал их всякой. И, по всей видимости, до сих пор снабжает. Он же не умер, да? Я забыл его про... Нет, он тоже в плену. Он же тоже в плену. Скорее всего, такие мозги убивать бы не стали. Ладно, посмотрели. Спасибо, что побыли с нами. Будет здорово, если вы немножечко дополните лор своими размышлениями. На этом все. Будем смотреть следующую серию чуть попозже. Спасибо вам большое. Пока. Пока.